Наталья Гулькина активно занимается новыми творческими проектами, принимает участие в нескольких проектах в кино и сериалах, в мюзикле «Три мушкетера» на музыку Максима Дунаевского. Наталья сыграла главную роль королевы Анны Австрийской. В конце 2014-го, в начале 2015 года Наталья приняла участие в нескольких телепроектах, таких как «Живой звук» и «Я смогу», которые проходили на телеканале «Россия». В начале 2016 года, благодаря силе воли и кардинальным переменам в образе, Наталья Гулькина становится телеведущей реалити-шоу «Я худею» на телеканале НТВ, где Наталья выступает в роли подруги и наставницы героинь, которые должны похудеть во время проекта. «Дай мне красивую стройную фигуру, вот что кричит твой организм. Мне просто некогда готовить. А знаешь, сколько у меня занятого времени? Я просто не бываю. Я задумалась над этим недавно. Как же вы это все успеваете? Я просто не бываю дома, но я как-то умудряюсь». Наталья Гулькина запустила именную коллекцию сумок и рюкзаков в стиле диско под брендом GN. Кроме сумок, выпустила одежду, из которых некоторые костюмы попали в коллекцию «Звездный гардероб» эксперта и историка моды Александра Васильева. Твои проекты рентабельные или есть проекты, которые делаются потому что интересно, потому что хотелось себя в чем-то попробовать, или абсолютно любой проект приносит хороший доход? Да нет, конечно нет. А рентабельности сегодня, в общем-то, в период действительно как бы кризиса, хоть и нам не хочется об этом говорить, но это так. Это ощущается очень сильно и в потере концертов. Но не кажется, что артисты, я не могу сказать такого там старого эшелона, да, но топовые 90-е, они как раз-то сегодня более востребованы, потому что они более адекватные гонорары. Их чаще приглашают, чем каких-то топовых звезд. Нет, я не соглашусь. Здесь не от этого зависит на самом деле. Вот кризис, он ударил вообще по всем, да. Но в этот как раз период, посмотрите, что происходит. Происходит какое-то непонятное, ну как вам сказать, я бы сказала, первое время чумы. Вот когда человек устраивает свадьбу, и у невесты все платье в бриллиантах стоимостью и так далее, да, там весь потолок выложен живыми цветами, и мы все читаем и смотрим, и говорят об этом, что это все несколько миллиардов там долларов стоило. Ну зачем? Это нам сейчас всем показывать, понимаете? У людей реально нет денег, и это очень чувствуется. Несколько лет назад было как раз то, о чем ты говоришь. Востребованность, вот это вот все. То есть было, ну, там, 15 концертов в месяц. Сегодня реально это упало. Упало не потому, что нет востребованности. У людей нет денег, и они не хотят. Вот если бы я, допустим, у меня есть возможность, я хочу собрать всех друзей, да, всех порадовать, родителей подтянуть, всех устроить какой-то праздник на свой день рождения или свадебный юбилей и позвать артистов, которых я люблю. Сегодня моя финансовая ситуация мне этого не позволяет, может сказать любой практически человек, живущий в нашей стране. У нас сегодня очень сложно, нас реально всех нагнули, поставили на колени. Сколько времени это продлится, неизвестно. Но для того, чтобы не утонуть реально в этом, приходится делать все. Идти на эти проекты, которые, может быть, и не рентабельны, но я иду туда, потому что я не могу вообще сидеть без дела, без работы. Но у меня вообще во всем гиперактивность, и поэтому даже если мне не платят там никаких денег, я все равно пойду и буду участвовать, потому что мне, это интересно, да, я все-таки хочу, чтобы меня видели на телеэкране, и видели, и понимали, что я живая, здоровая, красивая, работаю, и всем это... Как мне сказала когда-то Анфиса Чехова в своем интервью, что количество появлений моих на телевидении прямо пропорционально росту моего корпоратива. Сегодня другая ситуация. Нет, такого сегодня нет. На самом деле есть очень многие артисты, которые не сходят с экранов телевизора, но они не нужны. Они не ездят. Если их только не навязывают, вот, допустим, заключают какой-то контракт с каким-то агентством, да, и прямо по городам их повезли, хотят или не хотят. Где-то собирают, где-то не собирают, где-то закрывают, отменяют и так далее. Но не от этого зависит. Любовь народная нужна. И сегодня это нет такой привязки. Вот я регулярно раз в неделю бываю в программе «Я худею». Я не увижу никакой разницы, что вдруг я стала более востребована. Я как была, у меня была своя ниша, я так в этой нише и осталась. Вот и все. То есть, конечно же, ты должен обязательно там или сям появляться именно для того, чтобы тебя просто не забывали. Потому что рынок сегодня огромный, и появляются все время какие-то новые сенсации.
Если вспоминать вот все телепроекты, в которых принимал участие, какой был наиболее интересен и какой вот принес, ну, какое-то такое вот наибольшее удовлетворение? Ну, вот наибольшее удовлетворение вообще мне безумно понравился. Я считаю, на сегодняшний день вообще равных этому проекту нет до сих пор. Это как раз «Ты суперстар». А программа на НТВ, которая шла много лет назад, там не делали из людей клоунов, из артистов клоунов. Их не заставляли одевать на себя другие маски. Но это интересно. Ну, это неинтересно каждую неделю смотреть одно и то же по двум каналам, понимаете? Это интересно точечно смотреть. А когда уже вот это вот, ну, я лично, мне было интересно первый сезон, теперь мне вообще не интересно. А там была другая задача. Там была задача, там были разные рубрики, там кино, то, сё, песни там военных лет, иностранные и прочее. И мы никого не пародировали. Нас просто как бы одевались в той стилистике, вот, допустим, там кусочек из кинофильма, да, кусочек там, допустим, новогодняя съемка, мы там поем какую-то новогоднюю песню, нас просто одевают под снежинок, какие-то нам одевают безумные месяцы, отсюда фата, и елки везде стоят, и олени, которые светятся, и так далее. Ну, это сказка, это красиво, это то, чего людям сегодня не хватает. Нас вот это вот быт, вот это все нас уже затянуло настолько, что хочется вот этой сказки. Она была, вот я как участница могу сказать, именно в этом проекте, и людям очень нравилось, если смотрели и голосовали. А недавно я видала, как луна в сосновых ветках заблудилась и заснула. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? И дальше мне еще очень понравился проект «Вот я смогу». Сейчас аналог его идет, это «Без страховки». Это был фактически аналог «Я смогу». Но только здесь непосредственно цирк, вот непосредственно какие-то вот такие вот гимнастические там упражнения под куполом и так далее. Там было очень много всего, прям сразу несколько таких веток разных, овладевания разными профессиями. Безумно интересная передача. Мне очень жалко, что Амедию закрыли. Возможно, она еще и оживет. Вот эти два проекта, если бы сейчас была возможность в них вернуться, они бы появились бы, я прямо и руками и ногами туда просилась прям. Если бы была возможность вновь создать группу «Мираж», вернулась бы туда? Ну, во-первых, она существует, группа «Мираж». Ну, вот эти огромное количество каких-то скандалов, да, уходы, приходы, когда вы, собственно, пели, на сцене выступали другие люди. Общаетесь с некими солистками? Не было каких-то конфликтов? Или вот все как-то разошлись? Ты сама сейчас только что сказала, безумное количество скандалов и так далее. Но это все пресса раздувает. На самом деле далеко не такая ситуация ужасающая, как говорится. Да, вот если говорить обо мне и Маргарите Суханкине, и, допустим, тандем Маргариты Суханкиной и Светланы Разиной, это совершенно... Там было реальное мордобитие даже, там были реальные скандалы. У нас ничего такого не было. Да, пару раз мы с ней сцепились, а это абсолютно нормально. Люди 7 лет вместе с утра до вечера целыми днями. Это раз. В семье у людей есть разногласия. Вроде поначалу все было здорово и замечательно. Мне приходилось очень многие свои возможности как бы использовать. Связи, знакомства, деньги вкладывать в съемки клипов, записи наших с ней совместных и так далее. А потом как будто Риту подменили. Я считаю, что это то, что у человека не было звездной болезни. Она не переболела в свое время. И вот она пришла, наступила эта слава, успех, а от этой болезни невозможно избавиться. И все это началось. Я, все спела я. Ну что там Гулькина спела? Всего 5 песен. И пошло это такой подачи, что я уже не партнер по цеху, а человек, с которым надо конкурировать на сцене, мериться какими-то моментами. Вот это я вот не понимала, зачем это, что мы с тобой сейчас делим. Наталья Гулькина захлебнется в собственном дерьме, я думаю, что вы запикаете это. И назовите несколько, вот хотя бы один фактор, по которому я могу завидовать Наташе. Боже упаси. Вы знаете, это потрясающее вот это вот сочетание, когда нет ума и гора амбиций, корона на голове. То, что она ушла, наверное, это хорошо. Что говорить здесь про двух посторонних людей, две самодостаточные единицы, которые встретились, и каждый все равно тянет одеяло на себя. Надо уметь уживаться. Рита не смогла со мной ужиться. Не хотела, потому что она считает, что она лидер. И рядом никого не должно быть. Что она так считает? Ну, она так считает. Ей заложили это в голову, наверное, понимаете? Она считает, что она самая лучшая, самая красивая, самая вокальная, что все остальные вообще вокруг петь не умеют. Ну, вот это ее позиция. Но ради бога.
много. Но ведь и с этим можно жить. Пожалуйста, ты выходишь на сцену, ты считаешь себя лучше, ну, будь и ты лучше, да? Но если ты выходишь в дуэте, ты должен все-таки как-то гармонично существовать, а не выпячивать себя, там, уходить на, вперед, там, на авансцену, да? Или когда тебе обращается твой напарник, дуэтная песня идет, у вас идет, грубо говоря, диалог, так ты даже в его сторону не смотришь. Это видит зритель. Зачем зрителям этот спектакль нужен? И когда это все началось на сцене, я поняла, что раз уже такое началось, ну, к сожалению, этому пройдет конец. Я ушла тихо, мирно. Это же они устроили скандал. В составе легендарного коллектива «Белокурая красавица» приняла участие в записи одного альбома. Спустя некоторое время Наталья узнала, что существует еще несколько составов «Миража». В разных городах выступали разные составы девушек. Вскоре всплыла еще одна неприятная деталь. Всему виной стали все те же бесконечные гастроли. Написав несколько новых композиций, Андрей Летягин сначала решил предложить их Наталье Гулькиной. Однако впоследствии отказался от этой идеи из-за того, что в этот самый момент девушка была в другом конце Советского Союза. В итоге песни исполнила и записала старая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина. Самой же Наташе было предложено впоследствии исполнять эти песни под фонограмму. Однако подобный расклад девушка посчитала для себя оскорбительным и в конце концов приняла решение покинуть группу. И поэтому вокруг «Миража» все время такое, что якобы скандал. Но всю жизнь, все, кто меня, мои реальные друзья, близкие знают, но я совершенно не скандальный человек. Я настолько умею лоббировать и подстраиваться под любого человека, что даже та же Разина говорит: боже, как ты могла ее столько лет терпеть? Потому что они года вместе не пробыли. Они просто подрались, набили друг друга лицо. Да, мы общаемся, нам нечего делить абсолютно. Я общаюсь из «Миражовской плеяды» с Ромой Жуковым очень хорошо. Я общаюсь с Сашей Хлопковым, «Маленький принц». Мы пересекаемся там время от времени на концертах площадка с Таней Овсиенко, но там с той же Ирой Салтыковой. Нам нечего абсолютно делить. Мы не выходим на одну сцену и не делим репертуар, тем более, что я его не исполняю. Вот сейчас уже 7 лет будет, как я уже не исполняю этот репертуар. После ухода из группы «Мираж» Наталья Гулькина организовала собственный музыкальный коллектив, получивший название «Звезды», но по незнанию продолжила исполнять песни, с которыми солировала в прошлой группе. Это стало причиной судебных разбирательств. После запрета исполнять хиты «Миража» Гулькина не опустила рук, познакомившись с композитором Леонидом Величковским, предложившим ей свой музыкальный материал. Наталья записала новые композиции, которые сразу же завоевали сердца любителей диска. «Да ради бога! Я не буду их петь, в конце концов, я не хочу их петь, но это хочет зритель. И композитор в данной ситуации, и я вместе с ним, мы обижаем сейчас нашего зрителя, который все эти годы, слушателя, слушал, любил эти песни. И ничего, я же не умерла, да. Чувствую себя прекрасно, работаю, всем нужна, все меня любят. Если нарушить договоренности, что это будут, суды? Да, конечно, оно мне не нужно. Если бы я была скандальным человеком, только бы этим занималась. Почему бы не поговорить? Имею полное право, собственно, да, петь то, что пела. Людям же интересно как раз, о, суд. Давайте, давайте, все туда, все журналисты, все киношники, все туда, да? А мне это неинтересно, потому что жизнь настолько коротка, она моментально пролетает, а мне хочется пожить и порадоваться, а не нервничать. Хорошо быть покупателем в аптеке «Фармленд». Скидки, бонусы, скидки. Подарки для всех. Не верю. Каждого. Подарки. Не верю. Покупателям розыгрыш автомобиль. В аптеках «Фармленд». Не верю. Получи счастливый билет. Чего ты сидишь? Не сиди. Сначала пойди и купи, а потом уже устраивай. Верю, не верю. И чтобы выиграл. А я приду и проверю. Только до конца лета в аптеках «Фармленд». Совершай покупки, получай счастливые билеты, выигрывай призы. Главный приз – автомобиль. Кстати говоря, эту историю я посмотрела тоже у Мадонны, потому что у нее все правильно. Коллектив поезжает, и там футболка, и на ней красивая вся в стразах Мадонна. Почему бы нет? Одним из подарков уссурийске был жеребец. Да. По имени Руслан. Да, Руслан, это же я ему дала имя. Куда? Никуда, он там живет себе прекрасно.